сколько чего нужно? Бля, ну там по 4-5 разница большая, конечно. Прослого гриппа я нас. Марсес, а ты еще не покупал себе, да, ты 10? А че не ходишь в фаере? А в фаере без крита смысла нет, иди там шкафку дома. Охуенно, типа тринька тринькается, блять, а дебафы снимает, это прикольно. Оглушение. Охуенно. Охуенно придумали, ну. А за хилем, я думаю, без проблем вдвоем. Сейчас этот тринь упоминает только. На пулю на тебя, да? Thank you.
Не зыб, да? Давайте Геру добивать. Должны успеть добить. 30 секунд еще. Полинор, все надо? Нет. Ну, я на успех тебе надо, да? Ну, да. Ну, дашь обмен. Че, поехали? Самое главное, рыбу взял. Ну, мне и так рыбы нету, не страшно. Оно не сбивается даже гриппом. Я только что ее знал. У нее либо ему, если он не ему к перемещению, только тогда он не сбивает. Не, ну я жарил, он в каст грипп дал, ей похуй. Ну не знаю, покал ее танчит.
Ну этот каст, он не защищенный. Да, да. Заморозка бывает. Чё тоже тупишь, там же где щит нельзя сбивать, а тут нет щита. Да, кстати, там же есть разные касты, есть касты, которые нельзя. Скилл не в щите, то его можно сбить в любом случае. Самое проще это вот копал бабл юзает. Все скиллы у него, блядь, не сбиваем. Помогите посмотреть, как выглядит. Блядь, тут даже думать не надо, игра же тебя кто придумала. Ну по сути, блядь. Я избиваем, а я сбиваю. Сука, думать не надо, посмотри просто, блядь, глазами. Да хуя тут в Варкрафте таких челиков, которые поняли, что это такое, спрашивают. Ну ты, блядь, нажми на шмот, все написано, блядь, на ней, чё это. Че, самый короткий гайд, да? Разуй глаза и читай, да? Нахуй таунтить вообще? Если кто-то другой таунтит. Всегда переобуться как-нибудь. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Сирены! Я отвлеку ее на себя! Сверните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней! Ну, прикол-то вот на классике, там же вот этот какой-то босс. Там если кто-то что-то высунется, он, короче, ебашит лучом, который весь хедшотает сразу. Еще до пула, короче. Это вообще прикольно, но это, блядь. Блядь, а вы что не сбиваете щиты, вы индейцы? Это вот этот, который щупальцы, понял, там проглатывает вот этот босс. Который, блядь... Ноктун, да, походу. Вот он каким-то лучом бьет. Интересно, вот они перемещаются, хотят как-то запулить, а стрел челик просто хуяк кусочек текстуры высунул, все пиздец, луч веселее это бывает. Там сколько, 40 человек, да, на него ходит, или что? Хуя, ну вот 40 человек сразу ебанул. Да благословит вас свет. Впереди вас ждет много опасностей. Блядь, а чё раньше не могли квест взять, ебать, на ребра? Вот. Не знаю, я на Джираксу собрал квест. Там три квеста на выбор было. Там на выбор можно выбирать, конечно. Ты к десятку ходил? Мы 25-ку Джираксуса убили вчера. Я налево пошел. Кто вот, кто хил? А кто хилит?
хотят, они хотят бить. Что там бить надо? Не убьешь? Бля, я ни разу не был. Ничего, ничего не потерял. Вот там весело. Ну и 25-ки гири там хуйня, конечно. За хронта сейчас там стрелять заставляют еще, по-моему. О, хоть мах. Да, он идет. Нахуя мне МК дали вообще? Нахуя я не маг? У меня магических скиллов нет. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение. Чёрт там? Ты дохилишь эту же херню. А сколько стаков собрать? А сколько у тебя? Там подавление все. Ну, я, например, на пале 30 собираю, но то палы через ловко. Только тебе надо, кто что его знает. 40 плюс. Кто хилит паладин? Нет. Ебать, Геру понятно. Да я сейчас забегу лучше на всякий. Надо было сразу просто Геру дать. Ты без Геры уже сейчас захилишься с 50 стаками. Да я просто всегда, ну, с кем-то захиливал, как бы оно проще. Сейчас трэш бить будем все. Плюс ребут 20 минут. А, ну да, ну в принципе 40 было бы с головой. Это 3 раза кастанул, уже залечилось. А чё, трэш как раз есть почистить успеем. Да, мне кажется, можно и убить. 10 минут что, не хватит нам? Да, хватит. И сам полетел такой. Блять, понабирают по объявлению. Ты просто... А что, у тебя тучка не сохранила тебя? Мы с ним не сохранили. Она сохраняет этот физ урона как раз.
беги, ждем тебя. Странно, очень странно. Все падение это какой-то, блядь, урон магии света, только тогда она не спасает. Механический урон не должен проходить. Просто отмышать не успел, наверное. Вот ты, блядь, ты в ПВП видишь, когда пристаю за это, их, блядь, не дамажит урон вообще никакой. Как падение. Урон это механический, физурон получается, падение или нет? Падение это чисто физический урон, по идее. Ну, по логике. Какая разница, что, блядь, я... Потом расталкиваются, да? Тут где-то видос, как челик, понял, прыгнул и прям так воткнулся, понял? С пятого этажа, понял, или с какого? Прям чисто вот так, прям понял, вниз головой, и прям чисто вот на шею, на горбик, на вот этот. Вообще жестко, блядь. Кажется, они все в полете начинают думать, что они долбоебы, мне кажется. Что-то бахать руками, что-нибудь такое, понял? А чего он в обрыве оттолкнулся? Войд, блин, я забыл, что у меня напул на тебя. Забыл твой портрет брать, понял? У меня я наушники снимаю, одеваю, получается микрофон одеваю. Короче, я еще тот ли паразит. Да это на рацию надо ставить. Вот. Дискорд как-то надо нормально настроить. Просто не было такой фигни, надо что, типа, хочешь говорить, значит, ставь на рацию.
Че ж, еще пак мобов будет, да? Да. Я успею по бурику в туалет сбегать, так что. Что, может, мы это успеем Синдру убить? Нет. Уже нет. У меня сейчас опять ребутят минут на 40. Хуй знает, мне вообще клиент полностью обнулился после вчерашнего ребута. Все аддоны устарели, пишут, блядь. Я когда начинал играть на этом сервере, там, осенью, такого не было, что каждый день ребуты. Было такое. Я помню, я играл, ну, как бы такого, таких проблем, ну, может, ребуталось, но оно сразу запускалось. Да это стандартная херня, как что-то новое не добавляют, да как у нее происходит? Да они свою санину X5 добавили, блядь. Ну, там какие-то частоты. Онлайн, вот, мы все разгрузили, онлайна вообще почти нету. Охуенного я тогда охоту, полтора часа я там ходил, бродил, так и не собрали пати. Так, чё, ребят, Синдру будем бить после ребута, как я понимаю. Блин, ребят, мне надо спуститься, у ребенка самокат поднять. Да, мне надо пополнить, а чё, на 105 рублей. А? Главное Синдру убить. Братски, надо пух от свеча, прям жестко. Это нет проблем. Только сейчас с ДПСом мало, но это такое. Хуйня, мне кто-то налечил, что ММА будет дамажить. Мусорка ебаная. По мане садятся, блять, все пиздец. А у орка, кстати, сколько хп отнялись? 25. 60 лямов сняли? Нихуя. Нихуя не ебанутый вообще. Это наркомания по чистой воды. Не, ну у нас в нашем, помнишь, в рейде тоже была Воля и Талик. Не знаю, у меня 13к есть. Я, может, полутаю. Кидайте его в корни. Может, полутаю. Ну, на том, когда где-то так ушло. Ну, у хантов у меня больше всех. Я знаю. Там что-то ДК за кружку говорили, вроде бы, поумать, не она. Ну, от всю природу. Я хуй знает, он по атаке, интересно, для чего он работает? Блять, простите. Бог простит, блин. С
Шаман, дыхнет, опять помрешь. Так а что, андроид, вставай, лети, там портал открыл. Обои не? Не. Отойдите сейчас хвостом, ёбну. Блять, он сильнее пробивает, чем Синдра. Джагу желтую надо. Все правильно делал хила, выщелкивает. Поднимайтесь наверх, в комнату. Погоди, погоди. Ты куда пошел? Куда иди? Я от него, он, блядь, за мной идет. Сука, в ПВП работает зеленый гад страха, тут нихуя, блядь. Часа полтора, блять. Зависит от обновы. Ты какая нахуй опять обнова? Куда, блять, она нужна? Мало ли трансмод новый какой. Ну не, блядь, делали. Ну черный бриллиант, конечно, на X5 нормально так стоит, блядь. Сколько стоит? Десятка. Чего десятка? 10 тысяч рублей. Она не везде так стоит, и на X2 так? Не, на X2, по-моему, ну, по крайней мере, было 11 или 12. Си тоже стоил. Стойте, тут куда пошли? Душек принять можно успеть, интересно? 10 минут? В принципе, наверное.